Сегодня 19 августа, суббота, 9, 9 утра. Я только встала, ну я встала уже часов 8, пока посидела немножко в интернете. Мы вчера приехали, но вчера, по-моему, я даже не снимала. Ой, у нас такой был настолько активный отдых. Я не знаю, я поставлю что-то, наверное, возможно, какие-то маленькие кусочки из отдыха. Поставлю на глаза. Вчера у нас даже Яра уснул. Потом Андрей, правда, снял. Я приехала домой. Я легла. Попросила Андрея чай. Легла и вырубилась. И я с трех, по-моему, в три приехали. А, ну вещи разобрала немножко, так это чтобы на стирку, что разложила, какие-то продукты у нас, в принципе, очень много что осталось, мы вернули домой, потому что, как Яра потом сказала, говорит, ой, говорит, я хоть бананы поем. У нас, говорит, даже не было времени кушать бананы, но это реально было так. Вид, конечно, у меня. Хотя, кто бы что сейчас не скажет, что у меня вот там вообще грамма никто не пил. Просто был настолько активный отдых с детьми, катание на сапах, прохождение квестов. Я это все снимала, у меня было съемки много. Ну, я именно не для себя, потому что я даже изначально понимала, что я не буду для себя снимать, так как Яра будет все три дня. Яра был практически не со мной. Яра был с ребятами, у нас было, то есть, в принципе, это предусмотрено. А у всех ребят, которые проблемы с ходьбой, у них у всех были ребят, ну, как тьюторы из наших нормотипичных семей. Там девочек не брали, но девочки тоже были, девочки были, помогали просто. Ну, как бы помогали вожатым, а ребята помогали с колясками, то есть они их забирали, возили куда-то, там перевозили, помогали им, за стол сажали, ну, кормили, там уже мы садились, обедали сами с детьми, на каких-то этих играх где-то были сами, где-то были с вожатым. Ну, в общем-то, в принципе, Яра практически три дня был со мной только вот вечером в ночь, там где-то на обед, где-то на речке, ну вот на таких местах, естественно, где я ребят освобождала, чтобы им тоже было время свое себе пообщаться, подружить, поболтать, поиграть. А так большинство времени он был в каком-то кругу. Естественно, подбегать и снимать там, то есть если я и снимала, то я снимала весь круг, то мы снимали все игры, мы снимали все соревнования, огромное количество было съемки, мне надо было успевать это еще все перекинуть, пока им перекидывал Андрея, чтобы сохранить, потому что у меня нет таких на айфоне носителей дополнительных, ну, чтобы, например, менять, но телефон он снимает шикарно, это фактически, может быть, когда-то я приобрету телефон, камеру, и чтобы снимать, и можно было на эти жесткие, как, ну, в общем, на карты памяти скидывать и карты памяти менять и опять дальше снимать. Возможно, это будет, но пока не сейчас. Ой, так что вот так. Отдых прошел вообще шикарно. Яра вечером приехал, говорит, я так скучаю, но сейчас я направила всю свою силу и все свои возможности именно в этом направлении, в направлении его активности, о его жизни. Может быть, конечно, вы скажете, я опять не права, я опять за свою жизнь заставляю в другую. Но, с другой стороны, в чем наша жизнь? Посидеть, попить кофе, поболтать. Ну, если вот мы поехали три дня, то есть у нас был днем, мы были все для детей. В 12, там, в 10, в зависимости, когда, как получалось, дети шли спать. Ну, а мы собирались часов до 3, до 4, сидели, пили чай, кто кофе, кто дыньку, фрукты, ну, в общем, сидели, просто общались, болтали между собой, и это, я считаю, намного все-таки продуктивнее. Ну, наша жизнь построена, да, мы же детей рожаем для того, чтобы получать только за них мат помощи и какие-то плюшки квартирные, там, не знаю, еще что-то, и ничего не делать для них, да. Ну, вот так вот как-то, да, это мое мнение, кому как оно
кто как считает. Сейчас попью кофе, пока я распит. Посижу, и мне надо, конечно, садиться за работу. Мне надо будет создавать ролики, видео, которые я наснимала. Делать публикации, там то, что остались у нас за прошедшее время. Я даже не знаю, сегодня что у нас, суббота. Завтра у меня танцы. Андрей сегодня на работе. В общем, посмотрим. Будем отдыхать, приходить в себя. И уже начальство пишет. Работу никто не отменял, так сказать. Почти 9 часов, но я сижу за компьютером. Так, я забыла. Вот этот взять. Ой. Очи-очи. Сходила на кухню. Но у меня сегодня целый день, я, в принципе... Публиковали публикации, делали для группы по старым всяким занятиям. А сейчас я сижу уже с тем, чтобы начинать делать, собирать публикации новые по нашему лагерю. Конечно, объем, я не знаю, огромный. Сегодня собрала фильм наш. У нас его заняло 12 минут. Это чисто, знаете, как... Ой, как объяснить? Это то, что я снимала чисто так вот для себя, просто кусочки, которые я не буду ставить в общие ролики, да, там у меня, ну, и пару кусочков, где Ярик, может быть, то, что я вставлю в общий ролик. У меня вышло 12 минут. А сейчас я посмотрю, сколько у меня, если общая загрузка, то, что я сняла материала, и там еще снимали другие, которых я просила. Ну, девочек, потому что я не могла, у нас было 5 отрядов, и, конечно, охватить полностью все, это было нереально. Поэтому... завтра у нас еще отменяются 563 файла за второй день. Обалдеть. У нас отменяется это все. Танцы. И у меня с вами девочки говорят, ты понимаешь, у нас завтра танцы отменились. Она говорит, слава богу. Я говорю, я тоже первым делом что подумала, слава богу. Настолько у нас был напряженный такой график отдыха, да, но все подряд прям было бесконечно занято все время. И у меня получается съемка 4 часа уже. Обалдеть. Ой, сколько я смотрю, 3:18 у меня. И получается, конечно, еще... ничего себе. Сколько я наснимала, это надо по дуре. Торопись. Ну, не то, что по дуре, а просто столько было всего. Это был очень такой, знаете, мега проект. 4,5 часа только моей съемки. Представляете? Ой, я даже не знаю, как это все схватить. 4 часа съемки. Ладно, я начинаю заниматься. Мне сейчас должны еще подскидывать то, что ребята остальные. Скидывают. Все, супер. Будем собирать. А я хотела показать, и вот такой у меня ужин. Это все, на что я способна сейчас. Паштет, сыр, хлеб и огурцы. Здесь кофе, капучино с шоколадом. На таком подножном корме мы сейчас пока будем обитать. Ну, по крайней мере, сегодня. Яра тоже там мне такой же сделал бутерброды. И он сейчас там на кухне кушает, закрылся, смотрит наш блог. Так что вот так. Так, всем доброе утро. Мое утро начинается за компьютером. Сделала себе бутерброды и сделала себе кофе. Наушники и сажусь. Яру посадила завтракать, а сама сажусь за работу. Потому что много есть чего надо делать. Вчера не закончила. А то есть вчера только начинала делать. Вот.
сегодня буду продолжать. То есть как бы основная работа будет сегодня. Вчера она была по группе, по нашему организации такая, а сегодня будет чисто уже надо работать по нашей поездке. Так вот, так что. Кто говорит, что мы не работаем? Кто говорит, что мы отдыхаем? Нет, мы пашем, мы работаем. Воскресенье, утро. Вот такая работа. Мила облизала пальцы, правильно. Называется. Целый день сидели дома, на ночь глядя, в ливень собрались в KFC. Это не наше. У нас с собой. Угу. Все, спасибо большое. Да. Дальше писать тебе. Подготовимся, а то тут народ уже собрался, мы это досядем, поедем. О, хорошо, мы взяли, додумались. Кто придумал? Кто сказал? Все, ладно. Да я вот так бегу. Я должна бежать. А, телефон убрать? Да. Ну самое интересное же. Ну ничего с ним не будет, это не море. Кстати, какие лужи. Я закрылся. Веселуха. Ярос, иди спрятай. Ярос, иди закройся. А ты надо подсявишь папа. Ну понятно, обидно. Папа думал, что быстро перебежит. Надо было сюда отойти. Ой-ой-ой, здесь еще и упасть можно. Yeah.
Ну ты как? Ну чё? Давай.